Ну что же, всем привет, вы на канале Mad Max, ну а мы, как обычно, продолжаем проходить игрушку под названием Call of Duty Modern Warfare 3. Ну, при этом желаю приятного просмотра, погнали! О, прям так сходу? Еще и пулемет принес. Как будто бы чина захочется забрать. А вроде бы и нет. У нас вроде бы и глушак есть. Здесь нехорошо. Накладная должна быть здесь. Кабинет начальника порта на третьем этаже. Ищи там. Реально всех поубивали. Накладная должна быть где-то здесь. Проверь кабинет Дэна, третий этаж. Накладная может быть там. Крылатая ракета. Крылатые ракеты вообще как в бою? Увидишь. Нормально. Работать будет. Накладная где-то здесь. Проверь кабинет начальника. Третий этаж вроде бы. Микрофон. Так, ну это выход. Так, это тоже выход. Ну, идем наверх. Накладная должна быть где-то здесь. Документы должны быть в кабинете на третьем этаже. Я у кабинета, третий этаж. Посмотри на столе, накладная может быть там. Упустишь ракеты, кто их отследит? У меня есть нужные связи. Им можно доверять, Фара? Это секретный груз. Более чем. Понял. Не ссы, это нашинские. Так, ну, пока вроде бы никого не наблюдаю тут. Не вижу. Значит, все чисто. Нам туда, так понимаю. У начальника порта должен быть порядок. Обыскать стол нетрудно. РПК. Без глушителя. Блин, а у меня... Не-не-не, то что он РПК... РПГ, это святое. Я бы начал поиски со стола, наверняка там. Блин, капец от пуликов дают, а? Смена комплекта. А, можно так. Это типа то, что я нашел, могу сейчас бац, поменять. Пила. Контактная мина. У начальника порта должен быть порядок. Обыскать стол нетрудно. Разведка такая себе. Ну вот это мне. Так. Накладная у меня. Отлично. GPS-трекеры на судне. Пора идти за ними. Ребенок, женщина. Блэкджек. Так, кто-то идет, вот я слышу. Кто-то идет. Thank you.
разрывными. Привет, GTA Online. Трекеры — единственный способ вернуть ракеты. Иди на судно и найди их. Так, мы тут все смотрели. Но вроде бы, как бы... ЕС. Враги... To be honest, I can't see. Не-не-не, ты шо? Не-не-не. Это слишком. Ну так. Тебя нашли. О, баллистика, больно. Ага, не падает. Как ты его кило? Хедшот. Они тебя ищут, не поднимай шума. Ладно. Так, забыл комара, я думаю, нам не нужен. Идем дальше. Аук. За краником. Без трекеров мы не сможем вернуть ракеты. Ну, по-любому нет. Но смотреть-то все надо. Правильно. О, а я могу задёбить? Не спрячешься! Нет. Красивая работа! Что-то не получается. Нет, некрасиво, не согласен. Ни подсказки даже не было. Магна, диглет. С рукояткой, что? Хо! Где это видно? А, во, на В при... Блин, надо было на В, походу. Уж это с прикладом. Так, ну... Если мы не спасем ракеты, их надо хотя бы отследить. Найди трекеры. Нет, спасибо. Контейнер теней. Открытый. А, вот оно чем помечается. Вот оно как. Так, ну... Почетный круг маленький. Да, все, тут больше ничего нету. Тогда let's go. Судно охраняется Конни. Садиться не будем. Поднялась на борт. Трекеры были в рулевой рубке на мостике. И уже палят. Они передавали только ракеты, вряд ли они забрали трекеры. Слева слышу. Ребята, он нормально там? Стреляют. Да.
тебя ищут, Адаиси. Вижу ваш транспорт, Грейвс. Тебе пригодится. Очень даже. Уложила гада. Тебя засекли. Откуда? What the fuck? Да вас там не было. Бля, буду. Отлично. Так, глава разбегается. Контейнер теней открыт. Ну, тут особо нифига нету. Круто. Мы были. Осталось вперед. The only way is up. На капитанский мостик. Я так полагаю. Какой-то ящик тут. Я его не вижу. Не, стоп. It cannot it be. Whoa. Deep lair. С зажигателями. Громко. Кто-то упал? О! Мне не показалось. Так, тут мы не пройдем. Трекеры где-то здесь. Подхожу к рулевой рубке. Они должны быть где-то на виду, может, на столе. Йо! Чиназос, вот это уже можно взять. Турель. Собирай турель. Да не, погоди. Я хочу. А, мы полная. Мои фуля. Есть трекеры. Грейвс, передаю данные из накладной. Принял. Сверяю со списком наших контейнеров. Есть. Пора поставить трекеры на ракеты. Проверь краны, они сейчас могут выгружать второй контейнер. Принял. Каратель. Я проверю все и найду оба. Кило главный 3-1. Что у тебя? Они выслали подкрепление в вашу сторону. Я разберусь. Держись там, Алекс. Ты мне нужен живым. Ты мне тоже. Эхо, отбой! Знаю, такие каратели, только надо изначально еще добавить одно слово хорошее. И тогда получится вещь. Получится супер вещь. Кило тени. Кони нашли один из наших контейнеров. Они его забирают. Черт, одну ракету потеряли. Осталось только две. Если все ракеты свезут в одну точку, я смогу их отследить. Именно что если. Надеюсь. Продолжай, Фара. Мы не позволим Конни увести ракеты без трекеров. Я понял.
Иду к контейнеру с ракетой. Ямай. Нашла первый. Он довольно высоко. Красотища. Да, но он спалили. Странно. Задолбали так кидать гранат, точно. Сколько можно? Где-то спереди. За контейнером, походу. Или наверху вообще. Они вышли на охоту. Осторожней там. Да, да. Тебя нашли? Нет. Они тебя ищут, не поднимай шума. Блин, я не вижу. Теперь вижу. Стреляют. Блин, мужик без шлема, он выдерживает одну пулю. Тебя засекли. О. Так и думал. Уложила гада. Но сейчас ты решил выйти. Где-то на контейнере. Они тебя ищут, затаись. Так, мне надо в другую сторону. Не, он там еще есть. Стреляют. Все это время ты тут был, да, ну. Да, типа не видел. Он меня. Не поверю. Уложила гада. Иду дальше. Keep going, keep going. Keep up, motherfucker. Да откуда? Отлично. Где?
Выжил. The fuck? Я понял. Читер, сука, падла. А! Вы видели это, да? Это говно. Так вот, я тоже это видел. Ну все, пора натравить на вас. Сбыл комара. Пускаю комарика. У теней денег куры не клюют? У нас хорошие инвесторы. Это стоит целое состояние. Мир крутится вокруг денег и связей, ты это знаешь. Вот это запас. Говорят, перо сильнее меча, я с этим не согласен. Это крыса сверху. Этот мотherfucker сверху. Тебя нашли. Мне кажется, я не могу по селсу убивать, потому что у меня ножика нет в инвентаре. Не поднимай шума. Я же менял. Походу так и есть. Так, ну вроде все. Второй контейнер охраняет несколько отрядов. Трекер на контейнере. Так, теперь иди ко второму. Они не сдаются. Они здесь много. У того, кто им платит, полно денег. Где ее? И где она? Везде. Это ценные данные. О, да. Так, а что дальше? Типа вертухан заберет или... Или? Второй контейнер. Наш трекер, одну ракету мы упустили. Я понять. Теперь я понять. Атлас. Супермаркет. Супермаркет гащен. Нашла незапертый контейнер теней. Так, мне дрончик не надо. Я так понимаю, он там, да? Как бы мне вернуть сюда? Ой, полет. Красотища. Пони, идут к тебе, Фара. Кило, отметь контейнер с ракетой как можно скорее. Они прочесывают район, сиди тихо. А какое тут тихо? Внимание, есть последний трекер. Кони уходят с обеими ракетами. Принято. Все правильно сделала, Фара. Доведи это дело до конца. Эхо, как понял? Отлично понял, Фара. Кони повышают ставки. Получили, что хотели. Мы продолжим борьбу. Бой еще не окончен. Эхо, Кило, чисто? Чисто. Шустрей. Понял. Иду к тебе. Прости меня, Дэн. Я отомщу мерзавцам. Клянусь. Командир! Ракеты были для защиты. Чтобы был мир.
Но война опять начинается. Не кончившись. Вы нужны России. Они обойдутся. Что теперь? Ищем контейнеры. Я пойду с тобой. Нет. Похороню убитых и сообщи нашим, что Россия снова в Урзыкстане. Shadow Company тоже в игре. У них свой интерес. Так. Но сперва я свяжусь кое с кем. Милена. С возвращением, Владимир. Ты создала для нас армию. Дело выгодное и правое. Товарищи, мы снова вместе! Я хочу вас поблагодарить за то, что вы делали в мое отсутствие. И наказать. Иван. Из-за того, что ты отверг мой план, мы потеряли драгоценное время. А время решает все. Командир, я принял правильное решение. Каждый несет ответственность за свои ошибки. Андрей, ты доказал свою преданность. Теперь ты моя правая рука. Спасибо, командир. Боевые товарищи, я был далеко, но я всегда был с вами. Теперь наши враги стали сильнее. УО захватили контроль над Урзыкстаном. И нам пора сейчас показать им настоящую силу. Это бой за восприятие. Ложь летит там, где правда ползет. Управляя мнениями, управляешь миром. Это наше оружие. Мы используем его в войне. И вернем славу России! Нашей России! Запад любит выбирать. Выбор только один. Принять наши условия. Каждая секунда на счету. После побега Макаров отправил бойцов в несколько точек. Ночью Кони напала на Урзыкстанский порт. Там была Фара. Цела? Она, да. В группе есть потери. Но и Кони здорово досталось. Молодец, Фара. Что украли в порту? Партию американских ракет. У Кони есть свои ракеты. Зачем Макарову именно эти? Надо выяснить. Я их отслеживаю, узнаю, где они, будем работать. Ты сказала, на нескольких фронтах. А где еще? Прямо сейчас силы Кони собираются в районе Урзыкстанской АЭС. Она работает? Заброшена после разгрома Баркова. А что там? Там вы четверо, и поскорее. Есть. Мы с Голстом идем в разведку. Соп и газ на вас периметр. Если Макаров решит жахнуть, мы его остановим. Так точно. Браво, действуем. Минута! Ждем! Ящик готов! Наша снаряга, на всякий случай. Ну да. Рампа! Тридцать секунд! На высоте 2000 над рельефом! Подошли! Начали! Встречаемся в точке сбора! Есть! Готов? Пошел! Жёлтый бой, а спритовая операция.
Хранитель 1, Браво, спутник над нами. Внимание, у Конни на земле 3 вертолета, отмечены оранжевым дымом. Будут вывозить ядерное топливо. Так точно, эти вертушки — твои основные цели. Их уничтожение сорвет планы Конни. Принято. Занимаю позицию для контроля. Ой, это... ни хрена. Вижу тебя, капитан. Если что замечу, сразу сообщу. Спасибо, хранитель. Против Макарова нужны все, Джон. Так, ну... РПГ или пистолет? Внимание всем, видим патрули Конни на внешнем периметре. Прочесывают район. Держи контакт. Защиты от радиации у них нет, не сходится. Может, они не за ядерным топливом, следи дальше. Принято. Играем мы за Прайса. Хорошо. Что ж ты, вертолеты Конни? Браво, 7-1 на месте. 6-1 на месте. Внешний периметр под контролем. 0-7 готов. Браво, готов. 0-6, начинай. Краска. Ноль шесть, осмотри их с беспилотника разведки. Это птицы тут такие? Интересное здание. Надо проверить. Противник! Видишь? Задаем жару! Стреляю! Да, пока у нас нету. Goddammit. Мне нужны глаза, Кейт. Что там? Угроз нет, капитан. Заперто. Значит, внутри что-то ценное. Браво, 6, они за тобой. О, фак. Да у меня глушака нету, блин, камон. Черт. Залупа. К тебе транспорт, Конни. Разберусь. Ядерное топливо. Конечно. А что ж? Не нравится мне это. Как туда попасть? Не, ну явно не тут. Тебя чисто. Ваш, по-моему, вертолета. Это твои цели. Работаю. Вот лайфхак. Захожу. За раз четыре. Тебя ищут, не светись, Джон. Вот ты, что я искал. Let's go. Now we're talking. Взял удаленную турель. Конни это не понравится. Не, лучше С4. С4 как-то помощнее звучит. Нашел С4. Теперь они отсюда не сбегут. Ну пока. Браво, в районе есть ящики снабжения. Если что понадобится, бери. Понял. Ящики снабжения. Ну, допустим. Дорожник, кстати, можно сесть. Рядом. О, гражданский транспорт. Снаряжение, пока можешь. Пардон. Ха. Где ты его увидела? Шестой, возле вертолета группа Конни. Понял, хранитель. Передумал я насчет пистолета. У Конни тут есть отличное снаряжение.
Обратим его против них. Молодец, Гоуст. А, он тоже снарягу ищет? Пока тут лавия. ЗРК. Зенитка. Минометный удар. Не, да. Это как-то помощнее звучит. Зенитная ракетная установка. Переводится. Вижу вертолет. Принято, 06. Это твоя цель. Так, как это работает? Размещаю ЗРК. Как оно работает? Несколько отрядов конни. Проверяют все здания. Имея в виду, что они что-то ищут, можно нарваться на них где угодно. Часовой есть. Нужен минометный залп. Минометный залп. Внимание всем, первый борт уничтожен. Так держать, иди к следующей цели. Отлично. Перфекто. Кэп, взрыв привлек их внимание. Конни вызвали подкрепление. Капитан, все еще никакой радиации. Джонни, Гарик, вы что-нибудь нашли? Нет, как и конни. Если ядерного топлива здесь нет, то что нужно конни? Продолжай выяснять. Заметил поддон в пожарной части. Он там, если надо. Ничего, надо посмотреть выше. Где сейчас противник? Цель где-то рядом. Они такого не ждали. Вот это прикол. Так, а там какая-то дверь есть у нас закрыта. Внимание всем, радиация не замечена. Все на своих местах. Принято, 7-1. Не светись и наблюдай. Есть. Продолжаем. У цели толпа кони. Среди людей Макарова много ультранационалистов. Хоть войну начинай. А, сверху, наверное. Короля. Видел, кем стал? Да, он. Дыряй как дельфин. Порхай как бабочка. Тверы бог. Скоро. На всех экранах. Так. Я так и не понял, как мне туда попасть, в эту комнату. Выше, а? Что это? СВППП. Еще один какой-то авиаудар. Что-то наподобие, по крайней мере. Кажется, тут что-то есть. Принято, капитан. Надеюсь, полезно. Правильно. Чего? Я могу? Серьезно? Гоуст, проверь радиацию. Блин. Ничего нового, хранитель. Хоть не разбился. Плановый уровень. Кони продолжают поиски. Что они... Что бы ни искали, они этого не получат. Иди к следующему борту. What the fuck is this shit? Минникан, вы на угорая? Не, ну на пьяном угаре. Обожаю такие. Шумный и мощный. Ну и да, я на нем могу спидранить вообще. Похую, что он весит, блин. Нихуевый такой вес. Я могу с ним бегать. Сканер. Такой себе. Ну вот. Отметил позицию.
Есть. Отправляю, жди. Тачка. Так вот зачем она? Уровень радиации стабильный, никакой активности. Не нравится мне это. Гоуст, продолжай замеры, держи в курсе. Есть. Птицы тут максимально какие-то упоротые летают. Стремно какие-то. Not gonna lie. Дэммит. Кидаю осколочную! Браво, внимание! Кони прислали борты с подкреплением. Круто. Круто, фигли. ПГ. А, цель укрывается! Целая толпа, капитан, держи оборону! Оу! Там их много. Слушай, как будто это... Как будто это миниган тайм. Вижу будто еще один. Принято, шестой, давай. Эй. Я его не вижу. Куда фак? Теперь вижу. Так, корабль. Заряд заложен. Подрывай. Два раза просев. Открываю огонь по вертушке. Goddammit, goddammit. Брони нету. Щиты. Нига. Вот откуда вы взялись оттуда? Вот это реакция у них. Не совсем нормально. Фок, фок, фок. Минус два вертолета. Принято, шестой. Остался последний. Не дадим кони смыть. Да это мне уже этот броник. Да-да. Yes, yes. А, дайте патронов. Дай хотя бы хлеба, ема народ. Кто мне палец? Не можно идти. Так точно. Пока никого не видно.
07, уровень радиации меняется? Никак нет, хранитель. Не понимаю, сейчас они должны быть в реакторе. Улик, питание отключено, двери заперты. Пусть так и остается. Так, ладно, ребята, думаю, я на этом серию сегодня закончу и продолжим, как обычно, следующий. Ну, сам был Макс, это была Калла 3. Всем удачи, всем пока-пока.